Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в зомби-кэтчер. Охотники на зомби. Уйди отсюда. Так, новое задание, ребята. Пробей зомби к земле. Так, прибить к чему-нибудь своим гарпуном. Пенек, например, удобная штука. Поменять. Дай зомби себя оглушить. 5 раз. Почему? Значит так, ребят, нам нужно сделать с тобой 20 вот таких вот карамелек. А для этого нам нужны вот такие зомби. То есть желтуха и зеленуха. Это как раз у нас болото. И как раз на болоте-то можно, в принципе, попытаться найти нужное количество. А ну-ка. Подожди, это у нас пляж. Ребята, это пляж у нас. Блин, а почему? Ах ты, зараза. Ауч! Упадет же гадюка. Нет? Твою налево. И того упустил, да, получается? Начало называется, ребята. Блин, ну одного-то упустил. Ну что ж ты делаешь, ну. Опа, опа, опа. Опа, да куда ты лезешь, тварюга, блин. Есть, ху. Блин, ты посмотри, а. Чуть было не было. Но меня не очень устраивает. Вот, вот оно. Наше болотце. Родное. Родное. Да может быть действительно дротиками. Ой. Может действительно дротиками, ребята, их ловить. Да что ты. Короче. Ага. Короче, ребята, дротики не берут, к сожалению, бронированных зомби. К сожалению, вот так вот получается. Они уже спалились. Желтуха, ты мне нужен. Так, там еще один, друзья мои, ныкается, кто нам нужен. Синебрюхов, например, вот этот вот. Так, ну тут слишком близко к этому. Я уж не знаю, кто здесь будет. Блин, второй раз оглушили. Но мне нужно, в принципе, оглушение. Как бы я не против, но главное, чтобы они не убежали от меня. Слушай, я поймал желтуху, я поймал этого шляпника, поэтому мы сейчас с тобой... Я думаю, что пару карамелек я, наверное, успею заказать. Наверное, так будет. А ну-ка. А, так тут все, ребят. Сколько он будет делать? Блин, 49 минут. Да вы издеваетесь, что ли? Ну, ну какой, блин, 49 минут? Ребят, максимальное улучшение сделал. Максимальное. Так, я еще, по-моему, здесь... Но я не буду его, ребята... Ставить. Блин, ну 49 минут, ну куда? Специально, что ли, так делаете? 49 минут. Так, змея подколодная. Иди отсюда. А вот в этот, например, мы не сможем их. Даже если мы очень сильно захочем. Блин, надо было, наверное. Хотя нет, правильно я все сделал. Так, желтопузик. Так, а здесь кто? Я уже не стал рисковать, потому что если он... Ну-ка, вот если... А, тут именно зомби должен тебя оглушить, да? То есть за то, что тебя оглушает летучка там или еще кто-нибудь... Но это, так скажем, не считается.
Что делаешь-то? Что ты делаешь-то? Так, было бы неплохо, если бы здесь был бы какой-нибудь оглушальщик. Нет, здесь желтопуз. Обидненько. Обидненько, ребятушки, обидненько. Ну, продолжаем охотиться на зомби. Та-та-та-та. Да, поймаю еще в начале ее. Та-та-та-та. Да ты можешь поднять-то выше, но... Да не в свинью надо, а в бабку. Бабка, не уйдешь. А-а-а! Есть! Бабулечка, твою ж налево. Поймали ее. Слушай, можно еще две бабки. Врут, наверное, как дышит, но я попробую. Так, ну, надеюсь, меня не обманули и дали мне еще одну бабку. Так-с. У нас зомби найдены, в принципе, я могу, ребята, с удовольствием и с легкостью пойти дальше бомбить. Так, здесь бабка... А, подожди, у нас же... Вот они, вот они. Ух ты, в лагуну, ребят, нас отправляют. Мы с тобой обычно в этом... Интересно, лагуна. Блин, подводные зомби, что ли, здесь будут? Ну да, блин, подводные зомби, это же эти... Блин, это же... Те самые плавунцы, да? Ведь так? Блин, мы еще в воде так с тобой двигаемся. Так, это что за морская звезда там прячется у меня? Ну-ка. Ого! Я его поймал, ребятушки. Я его чудом... Нифига себе лагуна, блин. Далеко ли ты собрался, водолаз несчастный? Почесал он там, понимаешь ли, у меня уже. Медуза, иди отсюда. Так, ребята, здесь я сделаю попроще. Вот так вот. Это будет для них наилучшая ловушка. И еще один зомбик. Ага, вот он. Подожди, а здесь никто в помойке не прячется, не? Хе-хе-хе, мало ли. Готов, партизаныч. Да, друзья, тут отлично все получилось. 5 из 5. То, что доктор прописал. Так, возвращаемся в кафешку. Блин, ну задание я, походу, дела не выполню сегодня. Я в плане оглушения. В плане оглушения. Не, ну можно, конечно, целенаправленно, ребят. Можно вот так вот сделать, смотри. Например, поставили сюда капкан. Ладно. Пускай хотя бы будет так. Блин, да чтоб тебя, а? Ну чтоб тебя. А вот это плохо было бы, если бы я позволил этой чучундре от меня убежать. Но она не убежала. Так.
Да в план, блин. Ах ты. Да, к сожалению, ребят, проворонил. А как это он так по капканчику спокойно ходит, прикинь? Он его не ловит, зашибись. Да как так-то? Блин, опять одного ребята упустила, а? Убежал он, понимаешь? Он убежал. Да уйди ты своей фигней, если ты запарил уже просто-напросто в корень. Блин, ну 7 из 20. Ну что, ребят, я могу только одно сказать, что... Ох, через 5 минут. Могу только следующее сказать. В следующей серии у нас уже все это будет готово. Мы с тобой... Так, а какой там уровень будет? 39-й. А у нас следующий апгрейд на 40-м. То есть будет еще один, ребят, проходящий у нас уровень. Получается... Потом мы только 40-й апнем. И уже с 40-го мы с тобой откроем новую зомби-мешалку. Блин, тут еще дофига этих зомбо-мешалок, если честно. Ё-моё, 95 в общей сложности. Ну а сегодня, друзья, все, закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.